Выжимай сцепление полностью. Вот эту ногу в пол на сцеплении. Правой рукой ставь первую передачу. И вот это ручник главное подними и заводи. Ключом налево потяни давай. Да чё ж то не работает-то, а? Мелкий, ты же понимаешь, что мы с тобой две канистры бензина влили вот в эту машину, она так не заводится и не заводится, не заводится, не заводится. Ну ты еще раз потяни, господи, ты как будто первый раз в жизни в свои 8 годиков за руль садишься. Ладно, давай тогда мы с тобой хотя бы затолкаем машину сюда и пойдем искать бензин. Выжми нейтральную передачу, тормоз отпусти и просто на сцепление докатись вот туда в кусты. Давай, потихоньку. Во, все получается. Сейчас тормози. Да куда на дыбе стал? Тормози. Еще чуть вперед. Подтолкни, да аккуратно, господи! Еще чуть, мелкий, чуть-чуть, пару сантиметров. И все, да, аккуратно, все, назад чуть-чуть. Да, господи, что ты будешь делать? Назад, 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 давай, дай еще чуть-чуть. Ага, все вот так нормально. Так, вылезай из тарантайки, сейчас надо ее как-то закрыть, чтобы никто ее случайно там не нашел. А мы с тобой, мелкий, отправляемся... путешествие опять на свою сракостанцию, господи. Так, бензин не работает, а ученый нам не сказал, каким топливом надо заправлять машину, чтобы она завелась. А тут, кстати, мелкий, у нас небольшая проблемка, как я вижу. При вот этом прыжке во времени половина механизма, который отвечает за телепортатор, вот этот, походу, сломалась. Тут вот три вот эти фигни, которые работают. Здесь одна фигня, которая не работает. Короче, мелкий, мы с тобой, походу, влипли, я тебе скажу. А подожди. А генератор? А вот этот генератор, который мы запускали для этого психа ненормального, для ученого. Генератор же вот там находится возле этого дома. Ага, и смотри, сигнал-то пропадает. И генератор, как я понимаю, сейчас не работает. Поэтому, мелкий... Чё-то мне кажется, тут не только дело в бензине, а еще дело в этом сигнале и дело в генераторе. Да, реально, генератор не работает. Походу, мелкий, мы с тобой застряли в этой будущей жопе. Надо в первую очередь починить генератор и во вторую очередь найти какое-то топливо, чтобы хотя бы завести машину, а то она вообще не работает. Я надеюсь... то, что машину здесь через вот эти кусты никто не увидит и никто ее на металлолом не заберет. А мы с тобой, мелкие, потопали в город. Будем надеяться, то, что там нам кто-то сможет помочь. Не зря ты каждую ночь перед сном молишься, чтобы все школы в мире сгорели, да? Вот, смотри, твое желание осуществилось, как я вижу. Так, иди сюда за мной, но что самое главное, держись возле меня и аккуратно, далеко от меня не отходи, потому что фиг его знает, что можно ждать в этом городе, кто здесь вообще живет спустя, как я вижу, офигеть, как много лет. Магазин моего мерча и Рикардо, которого сейчас здесь нет, так, и моего мерча здесь нет, как я понимаю, да? Все к чертовой бабушке сгорело, все к чертовой бабушке разворовали, и нифига здесь не оставь. Ты где уже трусы эти нашел, а? Ну обратно поставь, ну эти трусы там уже не знаю сколько лет, вот это стоят пылятся, ты что на себя-то натягиваешь, мелкий? Из мэрии вообще огроменное дерево растет, как я вижу, бомжара тоже в город не вернулся. Слушай... это случайно не тарантайка вот этого маньячеллы, на котором он всегда катался? Так, ты ее главное не трогай и себе не забирай. Так это что получается, вот такое вот будущее? Никто в этом городе не живет и город полностью заброшен? Вот до этого мы с тобой докатимся, если мы с тобой, мелкий, всех маньяков не победим. Из нашего дома тоже дерево растет, господи, ты помилуй. Так, иди сюда. Возможно, в нашем доме еще кто-то или до сих пор живет, или мы с тобой сможем там хоть какие-то припасы найти. Одна палатка... два спальных мешка, желтый и красный, пустой ящик, еды в нем нет,
и костер. Ну, все же мелкий здесь кто-то был до нас, но я не знаю, когда последний раз он здесь был. Ну, нифига полезного нет. Ну, чё ты, ну, чё? Ну, опять жопа чешется, ну, сядь ты нормально на место и не прыгай, как ненормальный, чё? От костра подальше отойди, сейчас жопу себе подожжёшь и потом опять плакать будешь, мелкий. Чё ты хочешь-то, а? Ну, костёр и костёр, ну, чё? Чего? А кстати, а как костер прям сейчас догорает, если здесь давным-давно уже никого нет? Значит, его кто-то недавно поджег, получается? Вот ты мелкий башка умная-то какая, я думал ты тупой как пень. А оказывается то, что ты шаришь, слушай, тогда получается то, что мы с тобой здесь не одни, и кто-то все же здесь с нами рядом присутствует. Ты главное аккуратно по сторонам смотри, а то фиг его знает, где за нами сейчас могут следить. Вообще получается то, что... А ты еще кто такой, крендель? Это еще что за фигня? Мелкий! Че это за дичь? Кто это? Чувак, который на втором этаже был, господи, на балкон, выходи на балкон, сейчас задохнемся к чертовой бабушке, иди сюда. Это засада какая-то была или что это было? Я, подожди, дым развеется и мы свалим отсюда. Ты там как, мелкий? Все нормально. Быстро сваливаем с этого дома, ложись на пол! Ложись туда! Чё ж это за фигня в этом доме-то происходит? Мелкий! В окно! В окно давай прыгай быстро! Давай! Я за тобой, господи! Валим, быстро отсюда, в эту сторону, давай! Икея тоже вся разрушена, магазин Михалыча тоже весь разрушенный, вся мэрия разрушена, весь банк разрушенный! Куда мы с тобой попали? Даже святая шавуха разрушена! Так... Иди прямо сейчас на посадочную полосу, там, где бомжара всегда хранил самолеты. Вдруг там какой-то самолет еще завалялся, мы прямо сейчас свалим с этого города. Радиовышка тоже разрушена. Рекламное агентство «Жирафик», конечно же, тоже разрушено просто к чертовой бабушке. Слушай, есть там самолет какой-то? Конечно нет, откуда там самолет? Зато здесь есть редстоун и редстоун факела. И слушай, как раз таки с ними мы сможем, наверное, починить вот тот разрушенный генератор, который сломан возле вот этого от портала. Вот что-что, но походу разрушенная телевышка поможет нам выбраться из этого будущего. Так, я ломаю редстоун факела и вот эти повторители. Ты собирай прямо сейчас редстоун как можно больше и отправляемся, мелкий, с тобой обратно вот туда, в деревню, где живет Ванчос. И мне вот интересно, в какой год мы с тобой попали? Если все так разрослось, если везде из домов деревья торчат и все остальное. Ну чё-то мне кажется, это походу очень и очень далекое будущее. Так, мелкий, ты все редстоуны собрал? У меня 18 штук, мне кажется, то, что должно хватить. Давай еще парочку вот этих редстоун-факелов и валим отсюда все. Давай! Пока на улице ночь, у нас есть время добраться до деревни и быть очень незаметными. А после этого, я надеюсь, то, что мы с тобой сможем подрубить эту машину времени и свалить отсюда. Так, здесь завалено... Поэтому придется, походу, возвращаться через вот этот вот дом. Возле меня. Держись возле меня, ближе сюда подойди. В том доме вроде до сих пор мужик какой-то кукует, если я его там вижу. И здесь на втором этаже тоже кто-то был. Пробираемся вот сюда медленно и главное не шуми.
Вот сюда. Сейчас валим к чертовой бабушке с этого проклятого будущего, как будто она здесь с тобой никогда не была. Пошли. Обратно. Это еще кто на мотоцикле туда приехал? Господи, да я думал, что в этом городе уже совершенно никого нет, а здесь до сих пор кто-то ошивается спустя столько много лет. Так, сюда. Свалим через тот выход, откуда мы только что пришли. Давай, мелкий, выходи быстро. Налево, мелкий, пошли налево, пока еще сюда кто-то свою сраку не притащил. И пока я... Обратно... Обратно, мелкий, ни на какое лево мы с тобой не пойдем. Господи, это что за байкерская тусовка-то здесь каждый вечер-то проходит, а? Мужики на балаклавах каких-то на мотоциклах приезжают. Так, значит, пойдем сюда. Этого мужика с пулеметом здесь уже нет. Через вот этот вот выход. Пошли. Нет, мелкий. Походу, через вот это место мы тоже с тобой свалить не сможем. Ну, тогда другого выхода у нас нет, как просто где-то заныкаться и переждать, пока эти байкеры отсюда свалят. Короче, мелкий, что мы сейчас с тобой-то будем делать, Стоп! Мы мирные! Мы не пришли здесь ни с кем воевать! Мы наоборот хотим свалить с этого города как можно скорее! Там бандюганы какие-то на мотоциклах приехали, и походу они нас ищут! Или я вообще не понимаю, кого они... А, ну можно было и так, да, можно же просто дверь закрыть. Короче, мы мирные! С вами воевать мы не хотим! Ты вообще в нас стрелял, мужик, в нашем же доме! Мы с мелким живем, ну, жили или будем жить. Короче, мы пока потеряны в пространстве, где мы находимся, но мы в нашем доме с мелким находимся. Это мы кто такие? Это вы кто такие? И чё забыли в нашем доме? В смысле в вашем доме, чупакабра? Это мелкий опять в обморок упал. Это наш с мелким дом, который мы купили за свои бабки. И мы давным-давно здесь жили, ну, пока будущее не наступило. Ты чё за фигню несёшь, ненормальный, а? Мы здесь живём уже как 11 лет! В смысле 11 лет вы здесь А какой сейчас год? Ноябрь 2030. Мелкий, вставай! Иди! 2000... Какой 2000... А ты почему это его мелким назвал? Мелкий — это мой шкет, это я его мелким называю. Я его мелким называю, потому что у него имя такое — Мелкий. А ты почему своего мелким называешь? Так ты своего мелкого мелким называешь, потому что твой мелкий — это мой мелкий только в будущем, а мой мелкий — это в... Опять в обморок упал. А мой мелкий — это в прошлом, только он в будущем. Чё? Это один и тот же мелкий! Вот, это, устань ты, это мелкий, который, вот, который сейчас, а вот тот, который с тобой мелкий, это мелкий через 10 лет. Тебе что, непонятно, что ли? Мы с прошлого пришли к тебе в будущее. А чё это вы без масок на улице ходите? Каких ещё нафиг масок, а? Ну так карантин же, 39-я волна вируса, вы чё, не знали, что ли? Какая нафиг 39-я волна вируса в 2030 году? Это чё, я до 2030 года с Катей, что ли, не встречусь? Какая волна вируса? Быстро сказали, кто вы такие, или мы вам сейчас дыру в черепе проделаем? Стоп, подожди! Я это ты, а ты это я! И никого не надо нам... Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одно я дам. Это песня такая была, она старая. Короче, я — это ты, а мелкий твой — это мой мелкий.
Мы из прошлого вернулись. Иди сюда, иди сюда, подойди сюда. Мелкий, поиграй пока сам собой с мелким другим. Я — это ты, понимаешь? 2020 год. 22 сентября прилетел президент страны и выпустил всех маньяков на свободу. И после этого начался просто лютый апокалипсис. А я — это ты! Только я воспользовался машиной времени, которую нашел вот этот псих ненормальный ученый. А ты, походу, нет. Поэтому ты сейчас бомжарь в будущем, как я вижу, и зарос. Офигеть, какая у тебя борода хорошая. А у меня на щеках борода почему-то вообще не растет. Откуда ты это все знаешь? Потому что я это ты, придурок. Ну, в смысле, я из прошлого. Ты из будущего. Разница 10 лет. Мы сюда прилетели, точнее, мы не хотели сюда прилететь. Мы хотели обратно в прошлое, чтобы предотвратить выпускание маньяков наружу, но случайно к тебе сюда попали. Тогда вас срочно надо вернуть в прошлое. Будущее — это полный отстой. Вам нужно все исправить. Ну так я об этом же и говорю. Я не хочу докатиться до такого, чтобы я выглядел как ты, а мелкий выглядел как вот этот вот мелкий. Мелкий, смотри, ты в будущем такой же тупой, как и в прошлом. В яму упал и даже из нее выбраться не можешь. Так, надо сваливать. Мы с мелким нашли уже редстоун. Осталось подсоединить генератор. И после этого всего лишь бензин найти. И все. И все готово. И мы ему басталависта, бэйби. Не, на самом деле, а куда спешить-то получается? Как бы прошлое еще можно подождать. Ты это... Историю-то мне расскажи, как у вас здесь в будущем, а? Все хорошо. Кто президент? Тот, о ком я до сих пор думаю? Или кто-то новый?